А то от своей агрессивности учиняют кровавые преступления. Сегодня сеть всколыхнула просто ужасная новость. В Макеевке вооруженные боевики ворвались в квартал ромов и с особой жестокостью расстреляли целую семью. Убили дочку мою, внука моего убили. Свата, свату. Дочек двух его и внуков еще двух его. Пишут, каждого добивали выстрелом в голову. В итоге погибли 8 человек, в том числе сразу 3 детей. Якобы уже задержали 3 подозреваемых, и ранее они были судимы. Связаны ли они с ЧВК «Вагнер», пока неизвестно. Говорят, ограбить хотели. Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. Не сняли ни золото с дочки, была цепочка золотая, никто не снял. Ничего. Просто расстреляли и ушли. Оккупанты не раскрывают уйму деталей сознательно. Прежде всего, убийство имело откровенно националистический характер. Убитая семья ромской национальности. Я был в милиции сейчас, разговаривал с начальником уголовного розыска. Я у него спрашиваю, говорю, причина, в чем, почему. Он говорит, не в адеквате. Он неадекватный, он не может разговаривать.